Друзья, привет! Сегодня 28 декабря. Давно мы с вами не разбирали новости, поэтому давайте разберем сегодня. Скорее всего, в этот ролик увидите на следующий день, то есть 29 числа. Открываем портал Валя и читаем заголовок. Алия бетерор бейош. Бгия каша бенетивей аврахата нешек. Цааль месакем шана. Алия бетерор бейош. То есть подъем террора, то есть больше террора, бе Иуда вешумрон. В Иуде и Самарии. Бгия, каша, бенетивей аврахата нешек. Наряду с этим сильный удар нанесен по маршрутам контрабанды оружия. Аврахат анешек, контрабанда оружия. Цагаль, мисакем шана, цахал, подводит годовой итог. Теперь прочитаем здесь, потом будем разбирать уже через иврит. Йотер меэльф ткифот бемизраха тихон. Шевим ухамиша рахфаним хацу мильванон. Меот тилей нун мем. לעבר חיל האוויר ו-12 טון פצצות בעזה. Более тысячи атак на Ближнем Востоке. Имеется в виду те атаки, которые приписывают Израилю. В Сирии в основном. 75 беспилотников пересекли границу из Ливана в Израиль за этот год. מאות טילי נ"מ, сотни ракет ПВО לעבר חיל האוויר, которые были выпущены по ВВС Израиля, ו-12 тонн пцацот беаза и 12 тонн бомб в секторе Газа. Хашана шель цааль багзарот ашонот айта метуха микудмата умилеат яадим. Хашана шель цааль, год армии обороны Израиля, багзарот ашонот в разных секторах айта метуха микудмата. Этот год был более напряженный, чем предыдущий год. Ве милеат яадим. И полон, год, на иврите это она, полон целей. Кохави, это наш главнокомандующий, Авив Кохави, цитата, «Эвену лешибуш машмоути шель кляль цирей ахдаратем цея лехима, как зе нирэ». Кохави, цитата, «Эвену лешибуш машмоути, мы привели к существенному нарушению всех цир и натив, это одно и то же, всех как бы маршрутов или всех путей ахдаратем цея лехима, проникновение боевых средств, оружия и так далее, которые пытаются каждый раз провести через Сирию, в Ливан и так далее. И потом идет ролик, поэтому написано «Как Занире». Так это выглядит, так что я вам оставлю ссылку, можете нажать на ролик, посмотреть это вот. «Довер Цааль», это пресс-служба армии обороны Израиля, сделала свой ролик. То, что касается иврита, смотрите, слово «алия» — это подъем, это и повышение, но имеется в виду некая эскалация. Можно так перевести. «Бгия» от слова «ливгоа». Ливгоа – это нанести удар по, задеть что-нибудь. Ну, как правило, больше нанести удар. Натив, мы сказали, это с одной стороны, как может быть маршрут, это может быть и на дороге, кстати, это полоса натив. И также это можно перевести как путь определенный. Авраха, здесь это в смехути, это от глагола леавриях. Леавриях – это что-то незаконно пронести, то есть контрабандой. Поэтому авраха можно перевести как контрабанда. Месакем. Цагаль. Армия это он. Цава. Лесакем. Подводить итог. Секум это итог. Часто можно услышать выражение, подводя итог. На иврите лесикум. Ткифот. От глагола атаковать. Литков. Это аббревиатура. Именно мизрах га тихон. Видите, мем зайн хейтав. То есть Ближний Восток. Ну, на иврите мы не говорим «ближний», потому что Ближний Восток – это как бы в отношении там, стран СНГ. Мы это называем «Middle East», то есть «Средний Восток». И слово «тихон» – это переводится как «средний». «Рахфан» – от глагола «лерахев». «Лерахев» – это «парить в воздухе». Поэтому «рахфан» – это ивритское название слову «дрон». «Хацу» – глагол «хацу» – «пересекли» от глагола от инфинитива «лахцот биньян пааль» корень «хет цади хей», кстати, слово «хетси» от этого же корня. И отсюда же слово «маавар хация», то есть пешеходный переход. Потому что с помощью него пересекают дорогу. Как правило, «лахцот» — это пересечь с одного конца на другой конец, то есть перейти, пересечь. «Тилей нун мем». «Нун мем» — это аббревиатура, которая переводится как «негед метосим» — «против самолетов», то есть ПВО — «системы противовоздушной обороны». Леэвер это в сторону, то есть были запущены сотни таких ракет, вы понимаете, ни одна из них не попала ни по одному самолету, ну, по крайней мере, официальных данных таких никаких нет, но попытки, конечно же,
были со стороны Сирии. Пицецот, кстати, слово пицеца, все говорят, наверное, пицеца бомба, но вообще правильно будет пицеца. А отсюда же, кстати, есть глагол взорвать, лефоцец, взорваться литпоцец. А в сленге литпоцец это еще набиться, в плане еды, наесться, прямо обожраться, извиняюсь за выражение. Поэтому, если кто-то вам говорит, вау-вау, итпоцацти, то есть имеется в виду, я не взорвался, а я как бы объелся. Дальше. Метуха, корень лимтоах, натянуть, и отсюда слово матуах, натянутый или напряженный. Также слово метах переводится как напряжение. И в электричестве. Метах гавоа. Кодмата имеется в виду год, то есть шана кудемет. Мелеат яадим, полна, год это она, полон целей. Слово яад это цель, своего рода как матара. На иврите тоже цель, но яад это более конкретная цель. Дальше. Эвену ле шибуш. Вообще глагол «эвену» — это «мы принесли». Но когда на иврите говорят «ляви», «ле», «привести к чему-то», как и в русском языке, «привести к чему-то», то есть как бы «причинить», наряду с глаголом, кстати, «лигром» на иврите, то здесь было бы уместно сказать «гарамну», «ле», то есть «мы причинили», «мы привели к чему-то», то есть такой причинный глагол. Слово «щебуш» — это нарушение. Это от глагола «лешабеш». Это, как правило, нарушить какой-то... процесс, именно процесс. Поэтому можно сказать, что «щебуш» переводится так же, как слово «сбой», а не только «нарушение». «Лешабеш» — это как бы сбивать, нарушать какой-нибудь процесс. «Машмаути» — от слова «машмаут». «Машмаут» — это значимость, поэтому значимый сбой — это будет «щебуш машмаути». «Шель кляль цирей». И «кляль» — это, как можно сказать, «коль а», то есть «всех». «Кляль цирей». Цир, это переводится как тоже путь, можно так сказать, дорожка или определенный маршрут. Ахдара, проникновение. И это от слова, от глагола ле ахдир. Ле ахдир, это переводится как внедрить, с одной стороны, и сделать так, чтобы проникло. Внедрить, ввести, и от этого же корня, корень, кстати, хадар, то есть хедер от него образуется, образуется глагол «ляхдор» – «проникнуть». Еще раз, «проникнуть» – это самому куда-то, попасть куда-то, проникнуть, а «ляхдир» – это «ввести». Если мы говорим про тело, например, там «ввести в вену», «ляхдир», «лявриды» и так далее. Ну или «оружие», то есть делать так, чтобы проникло. «Эмцаэй лехима» – слово «эмцаи», «эмцаи» именно с «юдом» – это «средство». Поэтому отсюда образуется, например, предлог «с помощью», «посредством», «бэмцаут». Ну, как правило, например, с помощью компьютера, там, бэмцаут амахшев. С помощью чего-то, какого-то инструмента, бэмцаут. Лехима от корня, от глагола лейлахем. Воевать. Воевать, наверное, можно сказать и лильхом с биняном паль, и лейлахем с биняном нефаль. Все это будет одно и то же. И но, кстати, с предлогом б, то есть на русском мы говорим с кем воевать, с кем бороться. А на иврите мы говорим либо лильхом, Б, либо лейлахем, Б. Ну и в прошедшем времени это будет нильхам. Сражался, лахам. Тоже сражался, воевал, баоев, например, с врагом. Ну и глагол нир-а, нир-э, нир-э, все говорят нир-а, это выглядит. Также переводится как кажется. Биньян нефаль, возвратный залог от глагола смотрит, роэ, то есть лир-от, смотреть. Ле-э-ра-от уже переводится как выглядеть или смотреться. Обратите внимание, когда мы говорим смотрится, смотреться, это по сути возвратный залог. А возвратный залог для биньяна пааль, в данном случае глагола лерот, это всегда будет биньян. Нефаль, ле-э-ра-от. Также переводит как выглядеть. Если говорю, ты хорошо смотришься, ты хорошо выглядишь, это одно и то же. Ата-нир-э-тов, ат-нир-э-тов. А также, когда мы говорим мне кажется, то на иврите переводится как «мне видится». Ведь если глагол «лир-от» — это еще и «видеть», то возвратный залог — это «видится». И я говорю «мне так видится», то есть «мне так кажется». «Нирали». Ну, часто говорят «нирали». Ребят, длинный разбор. Надеюсь, он вам был полезен. Ставьте лайки, пишите в комментариях, какое новое слово вы для себя открыли здесь. Ну, еще раз напоминаю, что вовсю идет акция «Уникальный клуб иврита 1+1». Два проекта «Иврит на слух» и тренажер иврита по льготной цене. Всего 119 шекелей в месяц вместо 158.
переходите по ссылке в описании и присоединяйтесь к нашей большой семье. Всего доброго!